Доброе утро. Сегодня 4 ноября. Выходные по всей России. Вот, выбрался на рыбалочку. Я купил вот такой воблер довольно интересный. Сказали, что он рабочий. Вот хочу сегодняшнюю рыбалочку начать вот с этого воблера. СП-шка. Ну что, давайте попробуем. Первый заброс. Ух ты! Чуть в якорь не попал. Я сегодня без лодочки. Так как оказалось, то, что она у меня дырявая. Спускает. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй. Похоже, что-то было. Угу. Ну, надеюсь, сегодня будет клевать. Вчера тоже был на рыбалочке, но так и ничего не поймал. Вообще ничего. Пробовал воблеры, пробовал разные другие оснастки. Тишина. Сегодня ветерочек сменился. Стал в другую сторону. Посмотрим, что сегодня за денечек будет. Может, повезет. Ветер довольно сильный. Но обычно щуки это не помеха. Да. Третий заброс и... Пусто. Сейчас покидаю этим воблером. Если не получится, буду ставить свой любимый, на котором мне везет. Тихо пока. Пока тихо. Попробуем помедленнее просто протащить. Потому что она не особо активная. Надеюсь, тут не всю щуку выловили. Есть! 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 Ну что, можно сказать, что он рабочий воблер. Можно сказать, что он рабочий. Так, ну что у нас? Небольшая, маленькая. Ух ты, как она взяла. Да. Щучка небольшая. Так, рыжий, рыжий, все, 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 рыжий. Нельзя. Ну вот, первый улов на воблер сработал. Ух ты, как ты зацепился. Ну что, первая есть такая. Грамм 900, наверное. Ну чё, плыви!
Отпустим тебя. Так, ну что, воблер обновили. Воблер, значит, скажем так, рабочий. Так, с третьего раза. Ну, отлично. Ух ты, как хорошо закинулось. Я вчера на рыбалочку сюда приходил. Вообще поклевки не видел. Ни одной. Вчера ветер был немножко в другую сторону. Да и ночью холодновато было. Может, поэтому. Ух ты. Так, скажем так, это не считается. Ну что, давай еще попробуем. А, он неправильно плывет. Так, ладно. Хоть что-то интересное. На уточку, которую я пробовал ловить. Вот она тут запуталась. Вот хочу на свою удочку попробовать. Она мне так нравилась. Так интересно было на нее ловить. Ничего, давай еще раз попробуем. Самая красивая рыбалочка. Ну, ой, лапки зацепились. У нас жора нет, поэтому будем потихонечку. Будем потихонечку, я. Летом на уточку хорошо брала. Попробуем сейчас. В принципе, если клюнуло, значит. Или она сверху уже не берет в такую погоду. Может, одна просто бешеная была. Ноябрь. Нет, выходов нет.
Ладно. В принципе, я и не надеялся. Особо я не надеялся. Ладно. Поставлю-ка свой любимый воблер. Где ж мой любимый воблер? Вот он. Вот он, самый лучший. За все время. Он весь бедный покусан уже. Он реально рабочий. Воблер воблером. По крайней мере, на этом пруду. Посмотрим, сравним. Так, первый заброс пусто. Да и плавает он красиво. Поэтому щука, наверное, его более-менее любит. Оп, есть. Что-то есть. Ух ты. Какой шнурок маленький. Ух ты. Вот какой шнурочек попался маленький. Чё, плыви. Интересно. Ну что. Вторая щука на этого красавица. Вот приделал такой хвостик. Не знаю, помогло это, не помогло. Ну вот такой хвостик забабахал. Ничего, так красиво плавает, медленно тонет. Ничего, попробуем еще. Пробовал на разные воблеры. И везде тишина была. Везде была тишина. Начал сделать такую медленную проводку, такую аккуратненькую. И вот такой карандашик взял. Такой маленький. Ничего. Вторая щука на этот новый воблерочек. Может, он действительно уже работает по холодной воде. Все другие, что пробовал, ну, тишина была. А может, удача. Ну вот, закончилась рыбалочка. Полтора часа побыл на рыбалочке. Октябрь месяц, 4 число. Ну и как бы самым результативным оказался вот этот вот воблерочек. Довольно интересной расцветки. Я не пробовал, только недавно купил. В принципе, на него я поймал две штучки. Вот такая красавица СП-шка. Все мои шикарные воблера, которые постоянно я ловил, что-то сегодня вообще не сработали.
Вот на этот я постоянно ловил. Но сегодня ничего не получилось на него. Не взял. Вот этот вот тоже сегодня не сработал. Сколько не кидал, все как бы бесполезно. Единственный вот этот вот. Ладно, всем спасибо, до свидания. Всем пока. Рыбалочка закончилась. Две штучки поймал. До свидания.